Всем привет! Вот моя елка на втором этаже. На первом этаже я, когда украшала елку, у меня как-то криво оно вышло. Не криво елку, вернее, украсить вышло, а вообще была уставшая. И видео у меня не очень получилось. А, так вот, это моя вторая елка наверху, которую я сейчас буду украшать. Я вам расскажу, как я ее украшаю обычно. Ну, для того, чтобы достигнуть какого-то такого более-менее эффекта. Мне кажется, красивого. Не знаю, на вкус, на цвет товарища нет. Эта елка у меня будет, вот как вы видите, уже шары у меня стоят. Красно-бежево, ну, такой золотой с зеленым цвет у меня будет. И каким образом я ее украшаю? Сначала я начинаю с больших шаров на елке. Затем я вешаю пузатую мелочь, то есть мелкие шары я вешаю, и другие украшения. Потом верхушку, бусы, если нужно, и ленту на елку. Вот так приблизительно выглядит у нас елка с навешанными на нее большими шарами. И сейчас я приступлю к тому, что я буду навешивать просто более мелкие игрушки. А затем на елку пойдут мелкие украшения. Я размещу вот такие вот. Так, стоп, меня не видно. Вот такие вот цветы на нее. Затем вот такие у меня есть канадские листья блестящие. И потом, наверное, какие-то снежинки типа этого. И, может быть, повешу ее бусы. Вот они. Бусы. Итак, все, пошли навешивать бусы. Итак, приблизительно вот такая елка у меня получилась. Со звездой, все как полагается, как лучше в домах Парижа, как я все время говорю. Сейчас я встану поближе и покажу вам. А, меня статическим электричеством еще и сейчас оно бьет. Дома сухой воздух, очевидно. А вот так приблизительно она выглядит. Вот такая у меня елочка, моталочка вышла. Верхушка тоже светится. Вот такая вот елка у меня получилась. Эта елка у меня как конфетная вышла, немножко бело-красная. Я специально украшала с таким замесом, что как будто вот я люблю печь печененки. И вот она у меня вся как из печенья как бы сделана. Такая вот она у меня вышла. Я понимаю, что у меня здесь еще остатки декора стоят в углу. Естественно, на 100% у нас все организовано не будет. Ну, приблизительно вот такие две елки у меня в этом году вышли. Эту елку я хотела поставить наверх. А ту елку хотела поставить внизу, но так как у меня пока мой диван здесь стоит, мне, кстати, сказали, разберите диван, он не разбирается, именно поэтому я и хочу его продать. Вот, так что вот таким образом вот такие елки у меня вышли. Надеюсь, вам понравилось. А что ты такой грустный сидишь? Ты только что покушал, Санечка? Поэтому он спит так, почти спит, это у него почти сонный вид, да? Ну ладно, всем пока-пока.